Кстати, я что могу сказать, за это время крыло, ну, в общем, опустилось за это время. А, так хвостовое оперение, смотри, все. А, оно опустилось тоже вниз, все. То есть, ну, то есть на месте. Ну, сейчас посмотрим, да. Так, смотрим подножки. Сесны. Или кто они такие? Ну да, стоят себе и стоят. Ну что? Да. Да. Есть, есть, да. Ну, я смотрю, что... В общем, ну, крыло одно, это можно использовать. Левое полукрыло до центроплана. С центропланом он цельный должен быть. Там балка единая идет, поэтому уже... Ну, единственное, три двигателя, эти, да, эти можно будет использовать. Эти можно... Да, да. Да, якась. Зать. Хреновато, но жить будет. Будет, будет, будет. Не-не-не, они сняли, он же, видишь, в полно разобранном состоянии. Сейчас. Но пулями побит, видишь, есть. А ну, поверните на меня. Сейчас пойдем. Ой, господи. Пока боюсь. Вы не хотите сразу? Да, да. Да, просто ты понимаешь, тут хоть как это не банально говорят, но тяжело, да. А 148, да? Да, это 150. Это 148, да, 148. Ну, он же... Он на больших регламентных работах, да. Дырок хватает. Дырок хватает. Побито так довольно прилично. Вон и панели все в дырках. Еще, а сверху, сверху... Нет, Руслан, на дворе одна. Елки-палки, панели, да, все? Да, то есть, все... Ой, дверица, смотрите, тут пролетела. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй, да. Да. И горел, да. Пошли тут, аккуратно. Под ноги, то есть, смотрим. Да, ну это обшивка, ну да, то есть будет тяжело, ну видишь, и горизонтальное оперение немножко вот краешек горел, и здесь очень сильно побито и тоже горело, вот. Ну вот. Ну, в принципе, тоже постреленное немножко, но... Ну, надо это смотреть, надо смотреть и... Ага.
Да. Выгорело. Яка? Это 009-я. Возможно. Но это АН-124-100М-150. Это и модернизированная, и усиленная под тяжелые грузы. Но ты видишь, что очень, конечно. Да. Ага. Мама дорогая, что-то отвалилось там. Упала какая-то запчасть. Ну да, и потолок весь. Угу. Ну что, пойдем? Пошли. Что? Гильза. Да, да, да. Они же залетали вот через эти дырки. И пошли на Мрию смотреть. Пошли. Вот есть проход, пошли здесь и. Угу. Ну, видишь, это вот крепление двигателя. Ну, в общем, тут с этим разбираться это довольно длительное время. Это машина чья-то из руководства. Так, аккуратненько, аккуратненько смотрим, идем. Вот отсюда снимала та россиянка, стояла.